5, 2, 5. Биокарбонат натрия можно глотать в таблетках или в порошке, а также растворять в воде и употреблять как щелочное питье. Быстро помогают также щелочные компрессы, обмывание щелочной ванны с использованием этого простого, доступного, но чрезвычайно эффективного средства. Вода – это наиболее важный растворитель органических веществ, которые только в растворенном виде вступают друг с другом необходимые химические реакции обмена. Реакции обмена веществ, веществ в нашем организме являются для химика типичными реакциями в водном растворе. Типичными реакциями в водном растворе. Поэтому в процессе обмена веществ можно, нужно видеть принципиальную зависимость протекания биохимических реакций нашего организма от качества основы всех этих реакций воды, воды, воды. А качество воды прежде всего зависит именно от уровня говорилось, чистая вода содержит равное количество ионов водорода и гидроксила. Отсюда образуется сбалансированное состояние. Вода химически и электрически нейтральна. Это можно сравнить со шкалой термометра. В термометре точка нуля соответствует нейтральному пункту, так как мы измеряем либо холод, либо тепло. Вверху шкала термометра показывает уровень тепла, внизу уровень холода. На шкале pH от 0 до 14. Средняя величина 7 обозначает нейтральный уровень, показатель pH крови человека примерно 7,35, то есть лежит в слабожелчной зоне. Точно так же мы лучше всего чувствуем себя при слабо-плохой температуре, примерно около 22 градусов. 22 градуса. Чувствуем себя при
моей слабой температуре. Между обоими проявлениями можно провести параллель и считать их абсолютно равноценными. Вообще в теле существует немало локальных зон, где превалирует кислота. Возьмем пищеварительный тракт, начиная от рта до заднего прохода. В пищеварительном тракте поочередно преобладает либо желчная, либо кислотная среда.